нахожусь в Архызе. Ну, вы видели, да, тут недавно зарезали русского байкера. Я думал, что это случайно. Ну, вот я говорю, сейчас вот съезжал с горочки. Представляете, да, случайно задел лыжи, сбил. Вот вернули, заставили поправлять. Представляете, а? Какие тут порядки? Куда, куда, куда их деть? Убери камеру, говорю. Куда, куда их ставь деть? На место. Куда на место? На место, где стоял. А где они стояли? Я не видел. Я случайно задел. Ну как они стояли? Да я тебе не показываю, как они стояли. Меня снимешь от этого. Да, давай, как они стояли? Вот их ты поставить. Что, показать, что ли, я не пойму? Да я не видел. А? Как их, вертикально поставить или рядом поставить? Вот так он стоит. Вот так вот рядом поставить? Как стояли, так и стоят. Да я не помню, я проехал, как они стояли. Вот так вот стояли? Вот так вот стояли, наоборот. Что с ними? Ну, в общем, друзья, видите, да? Так что вот как бы... Вот это Архыз. Такие гости нахрен не нужны. Так что, видите, такие гости нафиг не нужны. Вы представляете, да? Если... Нацистам все сделать нечего. О, и сразу я нацист. Конечно, нацист. Меня вернули, остановили. Не то, что вы вернули, но что ты национальный. Да, представляете, да? Я извинился, и тут же я националист. Проехал. Понимаете? Так что вот, дорогие соратники, в Архызе вы можете нарваться, вас могут в любой момент за такие вот лыжи, случайно задеты во время спуска, еще и прирезать. Так что такие тут порядки в Архызе. Ну не надо так, не надо так. Не надо так. Да не надо так. Да не надо. Да не надо. Куда нахуй? Удаляй нахуй прям сейчас. Я или я тебе того рот, она съела. Не надо, слышишь, перестань. А? Перестань. Удаляй нахуй. Ну перестань. Удаляй, я тебе не снимал. Удаляй. Если я тебе... Слушай, уже... ну у тебя сейчас будет проблема. Похуй мне. Понимаешь? Похуй мне. Понимаешь? Похуй мне. Удаляй мое видео. Это надо? Мое видео удаляй, говорю. Я тебе да сейчас я говорю. Тебя не снимал. Покажи. Я тебе не покажи, снимал. Говорю. Да что я покажи, нахер. Я тебе сейчас слышу. Да не надо, а. Ну не надо. Ты что как баба, а? Что не надо? Ты что как баба, я говорю? Я не собираюсь тут совершенно выяснять отношения. Проехали сиди, этот момент и все. Что ты проехал? Удаляй я... видео, говорю. Ну что, мне в милицию звонить?